Друзья мои, всем привет! Хочу вам всем сообщить, что на моем канале произошли некоторые изменения. Во-первых, я изменил у себя аватарку, поставил свою фотографию на аватарку за место нарисованного себя же. Вот. Ну и изменил название моего канала. Раньше мой канал назывался Сергей Борода, теперь называется Сергей Родин. Вот. Решил я, что не буду использовать никакие творческие псевдонимы, короче, и прозвища, которыми я там раньше назывался, вот. А назвался своим настоящим именем и фамилией. Не знаю, хорошо это или плохо, но я думаю, что для развития моего канала это будет хорошо. Мне, в принципе, скрывать нечего, ничего плохого я не делаю. Поэтому я так думаю, что это должно быть нормально. Вот. Ну и знаете, что канал, который был Сергей Борода, это канал Сергей Родин теперь. Вот. И там, где был человек с бородой, в шляпе и в желтой куртке нарисован, да, это я. Теперь я стою вот в желтой кепке, с рыбой в руке, с окунем с перелива. Ну, возможно, это привлечет новых каких-то зрителей на мой канал, потому что, ну, как бы по аватарке сразу видно, что канал рыболовный. Вот, в общем-то, все, что я хотел сказать на сегодняшний момент. Прошу отнестись к этому с пониманием. И если, ну, как бы есть какие-то пожелания, одобряете вы это или нет. Если не одобряете, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях, почему я, может быть, учту ваше мнение, вот, в развитии, в дальнейшем развитии своего канала. На этом с вами попрощаюсь. Всем пока.